По поручению губернатора и инициативе народных избранников, которую охотно поддержал глава городского округа Дмитрий Волошин, во дворах городского округа устанавливают елки. В частности, в микрорайоне Новогорск-Планерная вместе с жителями главные символы года украшают депутаты Евгений Иноземцев, Надежда Смирнова, Юлия Мамай и Артур Каримов. Хорошее мероприятие предновогоднее, а также на Новый год, чтобы жители нашего города, близлежащего дома наряжали елочку совместно со своими детишками. Считаю, что у детей и у жителей нашего города это очень сильно получится, елочка будет наряжена, и Новый год мы справим торжественно под бой курантов. Расположение елок и новогодние игрушки жители выбирают сами. Здесь на помощь приходят домовые чаты. Обсуждая, жители решают, в каком стиле будет наряжена их елка. В этом дворе решили придерживаться определенной цветовой гаммы, только синий, красный и белый. Я надеюсь, это будет центром притяжения ребят и взрослых, и огоньки на ней вечером загорятся, шарики безопасные, все у нас пластиково, если разобьется, ничего страшного. Очень хорошая, удачная площадка, и места много. Я думаю, что ребятам и взрослым здесь будет хорошо. Каждый химчанин может обратиться к депутатам городского совета депутатов, чтобы предложить свой вариант оформления двора к Новому году. Сделать это можно в домовых чатах, а также во время личной встречи.